На что жалуетесь? Осужденный за получение взятки в особо крупном размере Чужбинкин подал апелляционную жалобу. Какое решение принял суд? Прекрасное далеко. Как готовят ко взрослой жизни выпускников детского дома «Звездный»? Они вообще пытаются суть, можно сказать, жизни раскрыть. Успех глазами детдомовцев. Что рисуют ребята на занятиях по социальной адаптации? Здесь и сейчас. Чем отличается единый день приема граждан от обычного приема чиновников? Будут рассматривать мою проблему более, так сказать, углубленно и целенаправленно. С какими проблемами обращались к власти имущим? А в чем им самим предложили помочь?